Здравствуйте! На канале «Заречная» информационная программа «Новости» в студии Светлана Теплухина. И начнем с краткого обзора основных тем выпуска. В прямом эфире глава администрации «Заречного» Вячеслав Гладков пообщался с жителями области в программе «Губерния» на Радио России. Именно сейчас у нас есть возможность определить новый вектор развития, создать новую основу, экономическую основу под устойчивым развитием нашей территории. По всей строгости закона в Заречном заведено 2 уголовных дела на нетрезвых водителей. Самое строгое наказание – это 2 года лишения свободы. Новый взгляд на старый сюжет. 23-й творческий сезон Зареченский театр юного зрителя открыл оригинальные версии «Красной шапочки». Начало там... Пришли в гости к маме, к папе, тете, дяде. И бабушка принесла книгу. И они решили поставить спектакль. Теперь об этих и других событиях подробнее. Глава администрации Заречного выступил в программе «Губерния» на Радио России. Вячеслав Гладков в режиме прямого эфира рассказал слушателям о создании в городе территории опережающего социально-экономического развития. «Губерния». События, комментарии, мнения. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Левова, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Город Заречный Пензенской области может войти в государственную программу создания и управления территориями опережающего социально-экономического развития. Что это даст самому городу, инвесторам, готовым реализовать свои бизнес-проекты на территории Заречного и в целом нашему региону? У нас в гостях сегодня глава администрации Заречного Вячеслав Владимирович Гладков. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые пензенцы. Полчаса прямого эфира на Радио России. Мэр Заречного рассказал жителям области о стратегических перспективах развития закрытого города. Создание в Заречном территории опережающего развития позволит сделать рывок в социально-экономическом плане. Порядка 5000 рабочих мест, развитие инфраструктуры, создание высокотехнологичных производств, рост налоговых отчислений компаний-резидентов. Именно сейчас у нас есть возможность определить новый вектор развития, создать новую основу, экономическую основу под устойчивым развитием нашей территории. И если вспомнить, что нам в этом году исполнилось 58 лет, а мы сейчас говорим о начале проекта, который федеральным законодательством определен срок его реализации в 70 лет, я испытываю очень большой позитив в рамках перспективы развития территории, главой администрации, которого я на сегодняшний день являюсь. Вячеслав Гладков подробно рассказал о проекте ТОР, подчеркнув, что, по сути, он уже стартовал. Концепция территории опережающего развития находится на согласовании. Заречный получил поддержку правительства области, госкорпорации «Росатом», градообразующего предприятия. Определены земельные участки для размещения производств. Первые 8 так называемых якорных резидентов уже дали согласие на участие в реализации проекта. Еще 8 готовы подключиться после выхода постановления правительства России о создании территории опережающего социально-экономического развития в Заречном. В ходе прямого радиоэфира Вячеслав Гладков пообщался и со слушателями. Молодому человеку что делать, какую зарплату жить и где у него вообще стимул идти на предприятие. Если не трудно, как вот установить хотя бы эту систему получения гарантированного стимула, то и жилья. Отвечая на вопрос радиослушателя, мэр Заречного рассказал о действующих в городе жилищных программах. Это и бесплатное социальное жилье, и строительство домов для молодых сотрудников крупных предприятий, и жилищные сертификаты, и доступные программы муниципального фонда жилья и ипотеки. Уважаемый Михаил, на самом деле, вот если захотеть, вот я по примеру своего города говорю, современный момент позволяет решить вопрос многочисленным способом. Все зависит от желания. В ходе получасового эфира на Радио России Вячеслав Гладков смог лишь в общих чертах описать концепцию ТОСР. Проект «Заречный. Территория опережающего социально-экономического развития» планируется подробно освещать в СМИ и в первую очередь на информационных ресурсах закрытого города. Станислав Корякин, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».
Ну, теперь к другим темам. Заречный ждет фейерверк. Традиционный турнир по спортивным бальным танцам соберет гостей из Москвы, Приволжского федерального округа и других регионов России. Как готовится к соревнованиям хозяева площадки, увидела Ксения Тризна. Около сотни танцевальных пар из Заречного примут участие во всероссийском турнире по спортивным бальным танцам «Фейерверк-2015». Эти соревнования пройдут в нашем городе уже в 23-й раз. В Заречный приедут спортсмены из 20 регионов России. Москва, Волгоград, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Саранск, Самара, Оренбург, Ижевск. Практически все города нашего Приволжского федерального округа, ну и плюс, конечно, Москва, Санкт-Петербург. У спортсменов клуба «Звездопад», кроме привычных регулярных тренировок, есть и так называемые прогоны в костюмах. Причем у каждой репетиции своя тема. Соответственно, и образ подбирается каждый раз новый. Выступление на фейерверке 2015 станет дебютом для пары Дарьи Безродновой и Захара Королева. Ребята начали танцевать вместе всего 3 месяца назад. Они признаются, что костюмированные прогоны помогают лучше подготовиться к соревнованиям. Эмоции, да, меняются, настроение меняется. Некоторые, конечно, танцоры, то есть, шьют новые костюмы и выходят в них на турниры и чувствуют себя неуверенно, а это помогает почувствовать себя по-другому. По несколько часов в день тренируется и пара Михаил Сарматов и Ирина Баталова. Они работают и над техникой, и над физической формой. На турнире постараемся показать очень качественный и зрелый танец, потому что хотим, чтобы люди, зрители увидели разницу, потому что в прошлом году мы в это время как раз стали в пару, пошел ровно год, мы хотели увидеть, чтобы какая-то разница была. Около года выходят вместе на паркет Микаил Магеррамов и Екатерина Лаврова. Они будут выступать в двоеборье, поэтому готовят обе программы – европейскую и латиноамериканскую. Я, например, лично хочу показать, в первую очередь я хочу доказать своему тренеру то, что я танцую на конкурсе не хуже, чем на тренировках, а то и лучше, и занять хотя бы место на пьедестале. У спортсменов осталось несколько дней на подготовку. Всероссийский турнир «Фейерверк-2015» состоится 19 и 20 сентября в Центре здоровья и досуга. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадио, компания «Заречный». Все о предстоящем празднике танца нам расскажет организатор турнира, старший тренер отделения танцевального спорта детско-юношеской спортивной школы, президент танцевально-спортивного клуба «Звездопад» Константин Безроднов. Константин Михайлович придет к нам в студию сразу после рекламы, ну а пока продолжим выпуск. 17 сентября в Заречном прием граждан проведет прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Она готова ответить на все вопросы горожан. Встреча с жителями Заречного состоится в городской прокуратуре. Прием будет проведен совместно с представителем губернатора по правам защиты предпринимателей Казахметовым. Значит, время приема с 14 до 16 часов 17.09.2015 года. По всем вопросам, которые граждан интересуют, и всем вопросам, которые у них возникли с нарушением законодательства, они могут обратиться в прокуратуру города Заречного. 6 зареченцев привлечены к ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. На 2 автомобилистов заведены уголовные дела. Напомню, с июля этого года вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность, если водителя во второй раз задержат за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тему продолжит Елена Степкина. 161 водитель за 8 месяцев этого года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Наказание за такое правонарушение – штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное пренебрежение правилами дорожного движения влечет уже более строгое наказание. Если раньше наши водители могли сколько угодно ездить в пьяном виде, всегда подвергались административной ответственности, то теперь их ждет уже уголовная ответственность при повторном совершении данного правонарушения. Эта норма закона коснулась тех водителей, которые в течение года после отбытия наказания по первому случаю управления транспортным средством в пьяном виде либо отказа от медицинского свидетельства были подвергнуты административному наказанию, совершили повторное аналогичное правонарушение, они уже совершили не административное правонарушение, а именно уголовное преступление.
Такой порядок действует с июля 2015 года. В силу вступила статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Самое строгое наказание – это 2 года лишения свободы с лишением занимать определенные должности или определенные посты до 3 лет. Состояние алкогольного опьянения водителя сотрудники ГИБДД определяют на месте с помощью анализатора паров алкоголя. Процедура занимает несколько секунд. Водитель, употребивший спиртные напитки, считается, что совершил правонарушение, если он продул больше 0,16 промилле. Такой показатель будет после выпитых нескольких бокалов вина. А вот квас и кефир водители могут не исключать от своего рациона. Употребление этих напитков не сделает водителей правонарушителями. В этом мы убедились во время эксперимента. После выпитого литра кваса водитель сразу же прошел тест. На дисплее алкотестера увидел цифру 0,2 промилле. Но результат повторной попытки через 5 минут был уже совсем другим. Нули вообще. Все, 5 минут. Квас и кефир зачастую они показывают вот ежеминутные. Спустя 1-2 минуты человек также продувает с нулями. Всем, кто не желает на месте проходить процедуру определения алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД предлагают медико-санитарной части номер 59 пройти специальные тесты. По итогам их выполнения врачи выдают медицинское заключение. Тех же, кто отказывается от обоих способов проверки, госавтоинспекторы не уговаривают. По закону, отказ от медицинского освидетельствования приравнен к состоянию алкогольного опьянения. В Заречном уже заведено 2 уголовных дела на водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Наказание им будет установлено решением суда. Елена Степкина, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». Теперь о событиях в культурной жизни города. С наступлением осени в Заречном начался и новый театрально-концертный сезон. 15 и 16 сентября горожане смогли познакомиться с творчеством одного из самых известных столичных коллективов. На сцене Дворца культуры «Современник» с успехом прошли гастроли Московского театра музыки и драмы Стаса Намина. Зареченцы увидели 2 постановки – яркий и динамичный мюзикл «Бременские музыканты» и одну из самых знаковых работ театра – рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Минимализм во внешнем оформлении, декорациях, костюмах, освещении. Ничто не должно отвлекать от главного – музыки и полный драматизма актерской игры. Одну из известнейших в мире рок-опер зареченцам представил Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Для чего в ответ не дано все прийти? Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда» появилась в репертуаре театра более 10 лет назад. И все это время ее сопровождает неизменный успех. По признанию создателей спектакля, они стремились сделать свою постановку максимально близкой к авторской версии и по звучанию, и в трактовке образов. Вопреки названию, центральный персонаж здесь Иуда Искариот – человек, ищущий и метущийся, у которого больше вопросов, чем ответов. Там же есть некоторые парадоксы даже. Если брать какое-то там писание, то есть вопрос там. Ему же было предначертано сделать то, что он сделал. Иисус знал, что он это сделает, как бы. И в результате он все равно остался проклят. Кто же он, Иуда Искариот, предатель или человек, добровольно и сознательно принесший себя в жертву и взявший на себя неблаговидную роль? Это каждому зрителю предстоит решить самому, так же, как и увидеть своего Иисуса. По мнению исполнителя партии Олега Лицкевича, Иисус Христос в их спектакле – не застывший и заданный раз и навсегда образ. Он очень человечный, со всеми присущими человеку эмоциями, сомнениями, страхами. И всегда разный. Точно так же, как и в каждом человеке, наверное, совершенно разное понимание вот веры, любви, надежды. События дня, но, может быть, и недели, в зависимости от того, какие это события, вот, может быть, и месяца, может быть, и года, формирует, наверное, на данный конкретный спектакль, либо на несколько спектаклей, формирует твое отношение к этому персонажу.
рок-опера, представленная зареченскому зрителю, не просто очередная и, быть может, неоднозначная трактовка христианского канонического сюжета. Это прежде всего повод задуматься о вечных жизненных ценностях и о своем месте в этой жизни. Есть желание что-то помочь, допонять людям, простите за такой термин, детям, взрослым, потому что мне самому что-то непонятно. И через них самому что-то понять, но немножечко продвинуться к какой-то цели, к какой-то идее. Жизнь полна тяжких страданий, но знай, Иерусалим, лишь смерть одна способна смерть побрать. Лишь смертью смерть побрать. Спектакль театра Стаса Намина стал первой постановкой, допущенной властями Иерусалима на сценические площадки города. Теперь легендарную рок-оперу в живом исполнении услышали и зареченские зрители. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Ну и еще один известный, уже ставший классикой сюжет, зазвучал по-новому, теперь уже в исполнении зареченских актеров. Театр юного зрителя открыл 23-й творческий сезон премьеры и представил свою трактовку сказки Шарля Перро и пьесы Евгения Шварца «Красная шапочка». Как оценили новую работу коллектива юные зрители, узнала Ксения Тризна. Словом, буду я с волком воевать. Очень хорошо, очень хорошо. А что такое война без разведки, а? И тут вы мне помогите. Борьба с волком ведется по всем правилам военного искусства. На стороне «Красной шапочки» почти все персонажи и зал. В театре юного зрителя прошла премьера нового спектакля для детей. Это сказка о любви, дружбе и взаимопонимании. Здесь волк не злой и страшный зверь, а маленький и неуверенный в себе мальчик. Волк – герой, не с кем не дружит. Действие происходит не в волшебном лесу, а в обычной семье. И начинается сказка совсем не сказочно. Там рассказывается еще, как было все по-настоящему. И как все было по-настоящему? Там сначала там пришли в гости к маме, к папе, тете, дяде. И бабушка принесла книгу, и они решили поставить спектакль. Перевоплощение в героев сказки помогло решить семейные проблемы, научиться ладить между собой, не бояться трудностей и опасностей, и понять, что ради дружбы и дорогих людей можно победить свои страхи. Он веселый, поучительный. Учительный? А чему он учит? Ну, что всегда надо друг дружке уступать. Надо, если ты провинился, не бояться просить прощения. Мне больше всего понравилась «Красная шапочка», потому что она храбрая. Боялась, даже когда ее съел волк. Он мне понравился тем, что там «Красная шапочка», она не боялась волка. Там ее друзья хотели идти к ней на помощь. Маленькие зрители прекрасно поняли, о чем идет речь в сказке. И даже узнали во многих героях себя и своих знакомых. А как «Красная шапочка», есть девушка? Ну да. Даша Еронина. Премьера «Красной шапочки» открыла 23-й сезон в театре юного зрителя. Эту историю расскажут на сцене еще не раз. Следите за афишей. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». И далее о спорте. Ребята первых-четвертых классов вступили в борьбу за призы городской спартакиады младших школьников. Впервые такие масштабные спортивные состязания для учеников начальной школы в Заречном состоялись в прошлом учебном году. Теперь они станут традиционными. В Заречном стартовала вторая малая спартакиада школьников. В ней участвуют ученики начальных классов общеобразовательных учреждений города. Первым состязанием стала легкая атлетика. Младшие школьники преодолевали 200-метровую дистанцию. Давай, давай, терпи, терпи, терпи до конца. И эта спартакиада школьникам дает, во-первых, улучшение результата из года в год, кто дети участвуют. Во-вторых, тренеры делают отбор на основании этого, потому что они нам помогают судить и видеть результаты детей.
Девчонки и мальчишки легко преодолели дистанцию в 200 метров. Практически все участники соревнований по легкой атлетике занимаются спортом. Максим, каким ты прибежал? Я третьим. А почему тебе не хватило до первого? Ну, я просто устал, когда на повороте бежал и споткнулся. Вообще, хорошо заниматься спортом? Да, оно помогает для нашего здоровья. Чтобы быть здоровым и сильным. Так здорово, то, что мы бегаем хорошо, занимаемся. В школе скучно, там просто учимся и все. Здесь хотя бы мы получаем здоровье. Следующий старт у школьников уже завтра. Им предстоит забег на короткую дистанцию – 60 метров. Всего же в рамках спартакиады ребят ждут соревнования по прыжкам в длину, веселые старты, плавание, лыжные гонки, пионер-бол, футбол и легкоатлетическая эстафета. Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Зрелищем одного из самых красивых видов спорта – спортивных бальных танцев – зареченцы смогут насладиться уже в ближайшие выходные. Все подробности через несколько минут. Вернемся после рекламы. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Магазин электроники твоего города. Занимайте деньги с умом. 003. Скорая финансовая помощь. Это выгодные условия, низкие процентные ставки, льготы для пенсионеров, досрочное погашение и пересчет процентов. 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улица Строителей, 11А. Бывший магазин «Рябинушка». Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. У вас есть патефон? Вождь пролетарского племени. Вы смотрите новости на канале «Заречный». Фейерверк музыки, танца, ярких красок, красоты и грации ожидает всех зареченцев в предстоящие выходные. И сегодня у нас в студии гость, старший тренер отделения танцевального спорта детско-юношеской спортивной школы, президент танцевально-спортивного клуба «Звездопад» Константин Безроднов. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Светлана. Итак, прежде всего, что же такое фейерверк? Немного об истории и о сегодняшнем дне фейерверка. Ну, изначально этот турнир, раньше был конкурс, рождался в наших умах как праздник. Праздник красоты, грации, танца. В самые первые годы мы проводили его на сцене Дворца культуры «Современник». Потом мы на несколько лет перешли во Дворец спорта. Затем переходили в Пензу, проводили на базе Дворца спорта «Олимпийский».
Потом вернули Заречный и стали проводить его на базе Дома молодежи, сейчас Центр здоровья и досуга. 23 года подряд ни разу не было ни одного перерыва. Мы с каждым годом пытались вносить что-то новенькое, приглашали интересные, знаменитые, великие пары. Приглашали лучших специалистов России для того, чтобы оценивали наши танцевальные дуэты и приезжие, ну, скажем так, не как-то предвзято, а чтобы все было по-честному. В рамках турнира проводилось и первенство, и чемпионаты Приволжского федерального округа. Проводился Кубок России в 2005 году. Проводилось первенство России. Мы всегда приглашали, ну, либо чемпионов, либо пары, которые приезжали к нам с показательными выступлениями и буквально через год становились чемпионами России, чемпионами мира. Так что всегда у нас все самое лучшее. Мы надеемся и в этом году постараться. То есть фейерверк так и остается праздником, праздником красоты, праздником музыки, танца? Конечно. Танцы – это всегда праздник. То есть это прежде всего яркое зрелище для всех, кто придет. Для тех, кому предстоит выступать на этом турнире, что их ждет, какая программа? Ну, их ждет достаточно насыщенная программа. В первый день у нас, 19 сентября, будут танцевать все начинающие танцоры. Это массовый спорт. Во второй день – спорт высших достижений. То есть начинается у нас турнир в 9 утра и заканчивается, ну, наверное, где-то в районе 10 вечера. Будут и латиноамериканские танцы, и европейские танцы, и двоеборья. Будут и дети, и юниоры, и взрослые. То есть все возраста, все танцы, которые мы знаем в бальных танцах. Вот сейчас достаточно непростое такое время. Кто приедет к вам? Нашли ли танцоры, спортсмены возможность приехать на этот праздник? Да, приедет очень много спортсменов, гостей, судей, тренеров. Вот на этот раз подтвердили заявки на участие такие города, как Москва, Волгоград, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Самара, Саранск, Оренбург, Ижевск. То есть это достаточно крупные города, и это еще несмотря на то, что параллельно нашему турниру в других городах проводятся тоже достаточно крупные мероприятия. В Москве проходит международный турнир «Москвич». То есть это, ну, скажем так, достаточно тяжело нам, как организаторам небольшого турнира, но тем не менее пары сюда съезжаются, стремятся попасть, и мы надеемся, что они ничуть не пожалеют. Да, вот действительно, у турнира такая богатая история, то есть уже 23-й раз. Вот в мире танцевального спорта он пользуется популярностью и каким-то престижем. Сюда престижно приехать к нам? Конечно, многие пары начинали еще в юном-юном возрасте, детьми приезжали сюда со своими тренерами на этот турнир. Им нравился наш город, они говорили, что здесь действительно как курорт. Им нравилась наша танцевальная площадка, которую мы делали со вкусом, чтобы танцоры могли получить удовольствие от того, что они танцуют на таком шикарном паркете. Им нравилась вообще атмосфера нашего турнира. И поэтому многие стремятся уже в более зрелом возрасте, став молодежью или взрослыми, попасть на наш турнир. Это особенно приятно. Ну и под слава о нашем турнире, скажем так, идет по всей России. И приезжают и новые, хотят и увидеть своими собственными глазами, и попробовать паркет, какой он на самом деле. Из тех, кто занимается в танцевальном спортивном клубе «Звездопад», кого мы увидим на этом турнире? Ну, мы увидим практически всех. Если никто не заболеет, не дай бог, да, но сейчас все в хорошей спортивной форме. Мы готовились все лето, скажем так, ездили на учебно-тренировочные сборы, проводили учебно-тренировочные сборы на нашей базе. К нам приезжали достаточно именитые тренеры, исполнители. Был вот в августе месяце действующий чемпион мира среди европейских, по европейским танцам из
Сахалина, из далекого Сахалина. Это Евгений Никитин. То есть он до 21 года и до 18 лет был победителем первенства мира. Мы занимались, готовились. И, естественно, все сейчас выйдут на паркет, чтобы показать, чему мы научились, как изменилось качество нашего танца. И попытаться доказать нашим соперникам, нашим гостям, которые приедут к нам на турнир, показать, что мы достойны. Сильны, и мы достойны, да. Ждете наград от своих воспитанников? Ну, в первую очередь, я жду того танца, на который они могут показать. Я надеюсь, что они его покажут. Потому что, несомненно, какие-то стрессы, какие-то волнения могут повлиять на это, да. То есть они могут волноваться из-за того, что сильные соперники собрались, могут волноваться из-за того, что на них смотрят окружающие там родители, родственники, там, болельщики, да. Мне бы хотелось, чтобы они показали свой танец. И если они его покажут, то я, ну, уверен на 100%, что у них будут хорошие места. Спасибо огромное, Константин. Я желаю искреннего успеха и турниру, и вашим воспитанникам. И спасибо, что вот в наше такое сложное, непростое время вы все-таки находите силы, возможности для того, чтобы организовать этот турнир, продолжать его организовывать и дарить зареченцам такой замечательный праздник. Спасибо большое, Светлана. Я всех зареченцев с удовольствием приглашаю к нам на турнир. Я надеюсь, что вы придете и получите настоящее удовольствие от увиденного. Спасибо. И у нас на сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Пусть новости будут только хорошие. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери. Модные натяжные потолки. Высокотехнологичные кондиционеры. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. С компанией «Ремстрой».